Чешская телевизия представляет сериал «Пацуки». Прага. Далеко на Моравии, посярод Валаского королевства, на невеликим сметнику каля Визовиц, жили два пацуки. Я Губерт и Годан. А с нами гипсовый карузлик Людвиг и Эдик, поддоследный пацук с Праги. Жили мы у волтульных шуфлядах старой швейной машинки с видом на пылесос. Раніца была звычайной, только Эдик, як быццам, крыху зажурыўся. Як выспаўся Годан. Добра, Губерт, сёння Людвік будзе ў форме. Дался вам той карузлик. У меня не день, а бы что. У меня, мабыть, и температура. Бачите? 50 градусов, не менее. А теперь мне еще и голова расколывается. Мне лечиться треба. Людвичек, ты выдатно пазуешь. Шаровная картина, хоть одразу в галерею. Годан, ты майстер, Людвік, як живы. Ну, сябры, час развітвацца. Я вяртаюся ў Прагу. До побачэння. До побачэння, Эдік. Ты некуды едзеш? Куды? У Прагу. Мне прыйшло тэкставае паведамленне. Я патрэбны ў лабараторыі для важнага доследу. Ну, так я и думал. Сегодня рейсов нема. Воде глуш. Что мне теперь робить? Не бойся, Эдик. У нас для таких выпадков есть пневматичная пошта. Прошу сядать. Да поможите! Ратуйте! Я тону! Тону! Я тону! Вытягни корок, Эдик! В воде проехался. А лишь я еще зусим не у празе. Придумайте, что иншее. Счастливого полету, дружа! Цудовно, сапраўдный паштовый паветраны шар! Паштовный балон! Можно переразать губер. Рыхтуйся! Старт! Ужо летить! А где ж Эдик Годан?
Проблема. Вы забылись дно промацавать. Третья спроба, хлопцы. Коли не допомог поветренный шар, да поможа конверт. Залазь туды, Эдичек. Раз-два. И готово. Губерт, осторожно, там же Эдик. Но? Ты у парадку, Эдик. И як ты теперь у Прагу трапишь? Нет, так не выйде. Обовязок есть обовязок. Вернусь у Прагу так, як я зяе з'ехал. У смеття возе. Выглядаешь что-то так. Почекаю тут, у духовцы. Хай меня отвезут разом с металлоломом. А лишь нам тут было файно, правда? Ну, до худкой сустречи. Час от часу грузовик отвозит со сметнику наши скарбы. Сегодня разом с ними отвезут и Эдика. Вось и съехал, не барака, Эдик. Не бойся, Годан. И он только заскочит у Прагу, але хутка вернется. Тут же у его сябры. Правда ж? Гэтак наш Эдик з'ехаў у Прагу, каб узяць удзел у важным навуковым доследзе. А мы тут будзем цябе чакаць, Эдзічак. Дабраноч. Мы пацукі зусім не хамякі, у нас і выгляд не абыякі, апроч хвастоў, вусоў і кіпцяў ёсць. А шчацініна я поўсць, прыкрыем вочы параю вушэй, адно сляпы нас прыме за мышэй. Мы пацукі, каб гэта даказаць, можам зубы паказаць.